В этом выпуске программы «Итоги недели» мы поговорим о евро и канадском долларе, а также посмотрим, что происходит в сфере криптовалют. Сегодня с нами своим мнением по этому поводу поделится Мати Гринспан из компании eToro. Мати, спасибо, что согласились пообщаться с нами. Давайте начнем с евро. Вчера ЕЦБ оставил свои процентные ставки неизменными, при этом они не сказали, когда начнут сворачивание программы количественного смягчения. Чего вы ожидаете от Европейского центрального банка в будущем? И что вы думаете о единой валюте в целом? Спасибо за приглашение, Джек. Я думаю, что рынки вчера предельно ясно выразили свою позицию. Во время и после выступления Драги курс евро достиг отметки 1.20 по отношению к американскому доллару. На данный момент мы видим максимальный курс с 2014 года. Кроме того, 1.20 – это очень важный психологический уровень. Драги сказал, что они примут решение очень скоро. Он пообещал нам много интересного в ходе предстоящего заседания в октябре. Они также обсуждали волатильность курса евро. Они в курсе текущей ситуации. Они также обсуждали процесс реализации новой монетарной политики. Будет ли он постепенным или довольно резким? Все это обсуждалось за закрытыми дверями. Я полагаю, что публикация протоколов этого заседания будет представлять особый интерес. И в октябре мы получим от ЕЦБ больше информации по поводу будущего ужесточения монетарной политики. Кроме того, я хочу отметить колоссальный сдвиг, который произошел в течение нескольких последних месяцев, и о котором многие люди даже не подозревают. Традиционно доллар считается самой надежной валютой, но из-за недавнего понижения курса доллара люди все больше внимания обращают на евро. Давайте переместимся в Канаду. Курс канадского доллара в последнее время повышался. Что вы ожидаете увидеть в будущем? Увидим ли мы продолжение восходящего тренда? Конечно, курс этой валюты может повыситься еще больше. Если посмотреть с исторической точки зрения, то курс канадского доллара всегда был немного ниже, чем курс американского доллара. Еще с детства я помню, что курс этих валют был практически один к одному. Возможно, курс канадского доллара был чуть ниже. Я недавно был в Канаде, и у меня сложилось впечатление, что все, что я покупал, продавалось с 20% скидкой. То есть канадский доллар достиг такой же покупательской способности, как и американский доллар. Но вы покупаете все товары на 20% дешевле. В среду Центральный банк Канады неожиданно повысил процентные ставки. На данном этапе это очень значимое событие. Как правило, центробанки предоставляют ориентиры монетарной политики и предупреждают нас о том, когда они хотят повысить процентные ставки. Тот факт, что Центробанк так удивил рынки и не предоставил никаких указаний на повышение ставок, говорит нам о том, что они, возможно, изменят свою стратегию, то есть регулятор стремится к усилению курса канадского доллара. На данный момент курс канадского доллара находится на уровне 1.20-1.21. Как я уже говорил ранее, курс канадского доллара был практически равен курсу американского. И последний вопрос. Мы не можем закончить интервью с вами, не поговорив о криптовалютах. Расскажите о самых интересных ценовых тенденциях недели и чего нам стоит ожидать в будущем. В конце прошлой недели мы увидели солидный рост цен. Практически все криптовалюты достигли новых рекордных максимумов. Стоимость биткоина превысила отметку в $5000. На всем рынке криптовалют мы видели бум. В середине выходных стартовал откат цен. И это, в принципе, нормально. Уже в понедельник утром мы услышали невероятное заявление от Центрального банка Китая. Регулятор заявил, что не разрешит использование новых криптовалют. То есть регулятор запретил первичное предложение монет. В целом, индустрия создания криптовалют довольно мутная, так как многие новые криптовалюты могут оказаться простыми аферами. И по сути, Центробанк Китая просто захотел остановить эту волну. Многие считают, что позже Центробанк даже захочет регулировать эту сферу. Первичное предложение монет – это практически то же самое, что и первичное публичное размещение акций на фондовом рынке. Только для монет существует не так много законодательных норм. А компании и стартапы могут заработать очень много денег, создавая новые криптовалюты, которые будут покупать альтернативные инвесторы. После публикации этой новости рынок криптовалют начал стремительно падать.
падать. Но в течение следующих 24 часов он полностью восстановил все потери. На данный момент на рынке криптовалют мы наблюдаем боковой тренд. И люди думают о том, был ли тот субботний подъем оправданным. И, возможно, стоит понизить цены или же продолжать текущую тенденцию. В данный момент мы видим умеренный рост цен на 1 или 2%. Посмотрим, как будет дальше развиваться ситуация на этом рынке. Мати, спасибо за ваши комментарии. Как всегда, было приятно пообщаться с вами. Спасибо за приглашение, Джек. На этом наше время подошло к концу. Если вам понравилось это интервью, заходите на наш сайт dukascopy.tv.